Я знаю, что мне повезет. Мне повезет действительно, потому что я работаю на одном из самых лучших телеканалов Самары, телеканале «Самара ГИС», который радует вас каждый день не только хорошими программами, свежими новостями, актуальными событиями, обзорами, но и, конечно же, вот этой замечательной программой, которая каждый будний день в 20:55 выходит ежедневно и действительно приносит радость. Радость от того, что вам удается что-то выиграть, ну а нам радость от того, что вы приходите к нам, забираете эти билеты и счастливые в припрыжку, идете куда-то на концерт, в кино или просто весело проводите время в приятной компании своих близких. Итак, друзья, если кто не в курсе, каждый день здесь мы подводим итоги розыгрыша, который объявляем накануне в социальной сети ВКонтакте. Наша группа, адрес вы сейчас видите на экране, у нас уже больше 10 тысяч, это действительно круто и здорово, нам есть чем хвалиться. Так вот, вступайте в эту группу, если вы еще до сих пор не там. Ищите объявление о конкурсе, делайте репосты, это обязательное условие, и оставляйте комментарии с порядковым номером. В очередной раз не устаю повторять, что у нас принцип лото. Вот он, этот волшебный мешочек лото. Здесь 90 бочонков, не 91, не 92, а ровно 90. Обманывать нет смысла, поэтому, как и нет смысла, ставить больше 90 комментариев. Спасибо всем тем, кто там сидит и разбирает какие-то неправильные комментарии или ошибки. Вам, друзья, наше отдельное спасибо. Ну что ж, в пятницу мы объявили о том, что счастливчиков будет двое сегодня, и они отправятся в кино. Вот эти замечательные билеты в «Киномечту». Каждый на двоих ждет вас прямо сейчас. Что тянуть? Давайте тянуть. Тянуть счастливые бочонки. Итак, немножечко побултыхаем и достаем самый счастливый номер. С точкой внизу это номер 9, друзья. Этот счастливчик отправляется в кино. Ну и, как говорится, в компанию к первому счастливчику недолго будет и второй счастливчик ожидаться. Итак, это номер 4, друзья. 9 и 4 – таковы выигрышные номера сегодняшнего нашего розыгрыша. Не огорчайтесь, если вам не повезло сегодня, впереди еще целая неделя. Поэтому оставляйте комментарии, делайте репосты и будьте здесь на телеканале «Самара ГИС» вместе с нами. Я знаю, что вам повезет. До встречи!